В детских садах города Конаково вовсю поздравляют мамы бабушек. В преддверии 8 марта во всех дошкольных учреждениях проходят праздничные утренники. Малыши вместе со своими воспитателями и педагогами готовят сказочные программы, чтобы порадовать своих самых родных и дорогих в мире людей – мам. На одном таком утреннике побывала наша съемочная группа. Мамин праздник у ребят. Под таким названием прошел утренник в 9-м детском саду. Маленькие, взволнованные, нарядные и улыбающиеся воспитанники младшей группы поздравляли мам и бабушек с праздником весны. К 8 марта крохи ответственно готовились загодя. В зрителях недостатка не было. Мамы и бабушки поддержали малышей, которые дали настоящий музыкальный концерт по случаю женского дня. Готовы к празднику, так чего ж мы ждем? Бабушек и мамочек поздравим женским днем. Песни, танцы, интересные игры. В музыкальном зале детского сада царила атмосфера настоящего теплого праздника. Под аплодисменты гостей и вспышки фотокамер дети выступали с искренними улыбками. Это первый праздник по случаю 8 марта, который воспитатели и малыши этого потока готовили для мам. Такого трогательного концерта мамы и бабушки даже не ожидали. Так уютно и по-домашнему были подготовлены номера. Самые активные из детей пришли на утренник в костюмах, читали стихи и играли в игры со сказочными персонажами – котом Леопольдом и волшебным солнцем, символом приближающегося тепла. Традиционно 8 марта считается международным женским днем, но мамы детсадовцев считают его и чисто мамским праздником. Трогательным, нежным и очень сердечным, когда дети дарят самодельные открытки, готовят представления и бегут после праздника в объятия мам, лишний раз получив и подарив честную порцию любви. Праздник прошел замечательно, все мамочки довольны, я очень довольна. Мальчики молодцы, воспитатели все хорошо подготовили. Ну, замечательно. У меня тоже был сын, и я ни одного утренника не пропускала. И, надеюсь, с внучкой тоже, Бог даст здоровья, не буду пропускать. Большое спасибо воспитателям. Замечательные праздники организовывают. Большое удовольствие. Колоссальный такой прилив сил и эмоций. Хочется что-то делать для внуков и для детского сада, кстати. Хочется что-то сделать.